Всем привет! С вами магазин «Экзаменю», и сегодня мы устроим краткий обзор на такой светильник «Полнолуние» от фирмы «Экзотера». Чем же классный этот светильник? Он работает на датчике света. Вы просто прикрепляете его в террариум максимально простым способом, каким сможете всегда его переместить, потому что светильник идет с магнитной подложкой, которая просто к нему сверху прислоняется. Картинка луна. Сам светильник, магнитный держатель. Вот и он. Прислонили крышки, сверху закрепили, ваш светильник уже держится. Посмотрим, как он работает. Как же включить этот светильник? Выключателя-то нет. Мы включаем его вилку в розетку, а дальше остается только выключить внешнее освещение. Опа! На датчике света наш светильник сам включается. А что же нужно, чтобы он выключился? Просто включить свет. Маленькое полнолуние и кратеры. Красиво, правда? Данный светильник будет располагаться у вас либо в вертикальном варианте на стеночке, либо под крышкой. Сильного освещения он не дает, но как красивый ночник в комнате смотреться ваш террариум с ним будет. Опять же, это подчеркнет индивидуальность вашего дизайна.